В микрорайоне Южный глава города Твери Алексей Огоньков в ходе инспекционной поездки проверил ход работ по строительству детского сада. Строительство новых учреждений дошкольного образования проходит в областной столице в рамках нацпроекта «Демография». Детский сад на бульваре Гусева построен по тому же проекту, что и детсад «Чебурашка», открытый в сентябре 2022 года в микрорайоне «Чайка». Это большое трехэтажное здание, оснащенное современным оборудованием и способное принять до 190 воспитанников. В настоящее время общая степень готовности объекта составляет 99%. Здание подключено ко всем коммуникациям, проведены внутренняя отделка помещения и благоустройство прилегающих территорий. Вообще объект очень хороший, красивый. Мы его формируем в сотрудничестве с киностудией «Союзмультфильм». Запланирована студия для детей, где они будут уже заниматься рисованием, мультстудия. То есть детский сад, он уже запроектирован именно с хорошей такой интересной идеологией. Буквально несколько недель осталось его полностью дошлифовать, и он будет полностью готов к открытию. Напомним, что с 2020 года в Твери были построены и открыты три новых детских сада. Детский сад «Росток» на 100 мест на Октябрьском проспекте, детский сад на 150 мест на улице Планерной в поселке Вагонников и детский сад «Чебурашка» на 190 мест на улице Склескова.